Алло, да, доброго. Это у нас проблема с этим, с питанием. То, что уже продуктов нету, и это завтрака уже практически не было. Обед я не знаю. Командиром взвода обеспечения, вот мы вчера разговаривали по телефону, да? Вот. Ну, ему типа только 10 числа поставят его как бы на довольствие, да? А кто сейчас? Сейчас уже и полигон не выполняет ничего, и мышь. Все очень странно.